Администрация Красногорска продолжает активный мониторинг строительства в муниципалитете. На повестке заседания очередного профильного штаба отчеты застройщиков и подрядчиков о ходе возведения объектов инфраструктуры, прежде всего социальной. Участники встречи обсудили как те школы и детские сады, что активно строятся не первый месяц, так и только планируемые, впрочем, не менее долгожданные. Речь, в частности, об общеобразовательной организации на 550 мест в ЖК «Парковые аллеи». Проект, претерпевший множество трудностей, начнут реализовывать в этом году. Участок готов, осталось только вынести сети. Тоже непростая история, потому что стесненная территория, сетей много. Это сети и водоканала, и теплосети. В настоящий момент проекты разработаны, находятся на согласовании у наших ресурсников. Для себя тоже видим июнь месяц мобилизация строительной площадки. Параллельно идет проектирование. И планируем к концу лета уже приступить к активной стадии строительства, к земляным работам. Особое внимание детским образовательным организациям, которые должны открыться к 1 сентября. Это три детских сада в ЖК Заметино, Большое Путилково и Ильинские луга, блок начальных классов в Митино-парк и большая школа на 1500 мест в тех же лугах. Темп на стройплощадке последней оставляет желать лучшего, отметил заместитель главы Красногорска Тимур Магомедов. Сильное отставание, в частности, по фасадным работам. Сейчас там на фасад в два раза больше там человек усилили. Там было 15 человек, сейчас у нас в районе 35 человек. Ждем также еще людей. И как только начнет там завод-изготовитель плитку привозить, выработка будет ежедневно. Вы понимаете, да, для того, чтобы 1 сентября вам успеть, вам нужно сейчас нагонять по всем видам работ количество людей. Да, начиная сейчас... от отделки, благоустройства, фасада, там, кровли и так далее. Замечание принято подрядчиком к сведению. А насколько эффективно строители справятся с поставленной задачей, заместитель главы округа намерен проверить уже в эту пятницу, посетив стройплощадку с инспекцией.